И теперь кадры из Парижа, где уже началась подготовка к зимним праздникам. Город окутывает магия Рождества. Новогодняя сказка ожила в витринах магазинов. В свете тысячи огней. Настоящее царство праздника. Феи, фантазийные замки, ожившие куклы, еще фигурные сладости заставляют замирать от восторга малышей, а взрослых вновь верить в рождественское чудо и, конечно же, составлять списки подарков. Ну а честь распахнуть двери в мир новогоднего волшебства традиционно доверили особому гостю. В этом году это голливудская актриса Кейт Уинслет.